Приветствую вас. По традиции небольшой анонс моей статьи. Ссылочку дам. Называется она «Зачем НБУ считать деньги украинцев?». О чем эта статья? Ну, во-первых, глава НБУ Яков Смолій заметил, что в Украине очень много наличной гривны. Я эту идею поддержал, привел факты. Но обращаю ваше внимание, что в принципе украинцы потихонечку отвыкают использовать наличку, больше пользуются карточками. Это факт. Но заодно я помог нашему ИО главе НБУ, напомнил, что у нас же многие наличные валюты. Еще раз объяснил, почему надо, чтобы в банках, чтобы меньше было налички и больше было безнал. Объясняю. Ну, там написано, можете еще раз почитать. Если вы хотите, чтобы у вас была зарплата, чтобы бизнес развивался, чтобы были дешевые кредиты для бизнеса, надо, чтобы люди максимально пользовались платежными карточками. Как это сделать? Ну, там есть метод, так сказать, кнута и пряника. Почитайте. Ну, чаще всего, действительно, для того, чтобы людей загитировать, надо использовать и кнут, и пряник. Одно пряником не поможет. Кнут, мне кажется, тоже. Ссылочка будет, почитайте.